друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики, как вы меня слышите. Можно оценить звук по 10-бальной шкале. 10 хорошо, 1 совсем плохо. У кого не слышно и не видно, сразу перезайдите, чтобы потом в процессе уже не отвлекаться. Я рада приветствовать вас сегодня в этой комнате. Спасибо за то, что вы нашли время прийти. И сегодня наш вебинар будет посвящен инфобизнесу, то есть продаже информации через интернет. Но сначала я хочу поздравить теперь уже всех с началом лета. Я немножечко тут почитала чат и видела, что у сибиряков лето тоже началось. И на Алтае сегодня началось лето. Так что 10 июня можно считать официальным открытием лета. Скажите, а кто уже зарабатывает деньги в интернет? Поставьте, пожалуйста, единички. А кто еще только присматривается и раздумывает, а надо ему это или не надо, то поставьте двоечки. Ну, Вера, значит, мы у вас забрали лето. Но я смотрю, большинство только пока присматривается, поэтому сейчас... На следующем слайде, когда я буду рассказывать немножечко о себе, потому что я вижу, что в комнате у нас огромное количество новичков, я еще тогда и поделюсь впечатлениями от инфобизнеса, потому что это не столько деньги, а сколько вообще, наверное, интернет перевернул мою жизнь на 100%. И для того, чтобы вы тоже знали, к чему стремиться в интернете, я немножечко об этом обо всем расскажу. А ровно 2 года и 9 месяцев назад, 5 октября 2011 года, я пошла учиться в свою первую школу интернет-бизнеса. Почему я это сделала? На тот момент мне очень сильно не хватало денег. Я думаю, что я в таких вот переживаниях оказалась не одна. Я думаю, наверное, у всех людей хотя бы раз в жизни был такой период, когда катастрофически не хватало денег даже на самое необходимое. Мы живем вдвоем с дочкой, у меня была зарплата 15 тысяч рублей, 5 из них нужно было отдать за квартиру, 8 нужно было отдать за обучение в университете, и оставалось 2. То есть на 2 тысячи мы вдвоем должны были как-то питаться, но помимо этого нужно же на себя тоже хоть что-то одевать, там сапоги, шапки, этого тоже никто не отменял, это тоже все нужно было покупать. Поэтому я постоянно искала дополнительные источники дохода. То есть я где-то слышала, кто-то где-то зарабатывает, и тоже старалась заработать дополнительные деньги. И это привело меня в МЛМ в реале, не в интернет. А сначала дела шли отлично, но в какой-то момент я стала понимать, что просто топчусь на месте, получаю какие-то копейки, но при этом работаю очень и очень много, и перспектив я перестала видеть перед собой. И вот в поисках ответов на все вот эти мучившие меня вопросы я пошла в интернет и ввела в поиск, как построить структуру в МЛМ. Вышла на сайт одного известного интернет-предпринимателя. И это была рассылка с видео, и каждое новое видео было для меня как откровение. Из этих писем я стала тогда еще узнавать, что такое, какие возможности вообще скрыты в интернет. Что такое заработок на партнерках, что такое МЛМ через интернет. А что такое множественные источники дохода и, наконец, что такое инфобизнес? Узнала суммы, которые можно получать в интернет, и была просто шокирована. И вот, прослушивая эти уроки, я вдруг поняла, что интернет – это мое на все 100%, и я на самом деле постараюсь, сделаю все возможное для того, чтобы добиться здесь успеха, потому что мне здесь нравилось абсолютно все. Конечно, тогда, на тот момент, когда я слушала эти письма, видео, я поняла, наверное, процентов 5 из всей информации, которая в них была заложена. Но главное, что я поняла, что деньги здесь есть. И нужно только понять, как их отсюда выложить, да, понять систему и начать действовать. И, конечно, когда мне пришло письмо с предложением обучаться в школе интернет-бизнеса, я, конечно, сразу же согласилась. Хотя на тот момент... Обучение стоило 3-400, и для меня эта сумма была просто, ну, скажем откровенно, очень даже неподъемная. Мне пришлось занять денег, чтобы оплатить обучение. Должно сейчас не видео быть видно, а слайд. Скажу честно, что на тот момент, в конце 2011 года,
Я еще не знала, что для успеха в интернете очень много нужно работать. И не просто работать, а прямо вкалывать. Конечно, у меня далеко не все сразу получалось, потому что пришла я совсем новичком, совсем зеленым чайником, так скажем, и все мои достижения были на уровне включить компьютер и его выключить. И естественно, что люди в группе, они стали далеко от меня уходить, и меня это очень сильно расстраивало. Тем более, что доходы стали приходить не сразу, только в конце 2012 года. То есть получается, что для полного усвоения всего материала мне понадобился год. А скажите, а как долго вы в интернете? А сколько времени? Год, два, день, два? Можете написать цифру? Может быть, кто-то уже 5 лет? Полгода, Ольга, молодец. Для полгода у вас вполне приличные успехи. Елена, с самого начала освоения интернет, я так поняла, с самого начала 2 года, 1,5 года, 10 месяцев, полгода. Ну, то есть уже такие ставите цифры, время, да, такое, за которое, в принципе, можно получить какие-то результаты. Я знаю, что у каждого свое время должно пройти, прежде чем все сложится, потому что во всех делах самое трудное – это начало. И вот именно инфобизнесу нужно обучаться и обучаться очень плотно, потому что здесь в интернет мы должны быть и мастерами рекламы, и знать технические моменты, работу с хостингом, как отредактировать страницу захвата, значит, нужно знать хотя бы какие-то основы HTML-кода. А как писать письма, как писать статьи на блог, как установить этот самый блог и так далее. И задумайтесь, нас же ничему такому никогда не учили. Поэтому подчас все приходится осваивать с полного нуля. А я отлично помню, насколько было сложно учиться мне, когда в группе были все технически подкованные, они уже проходили саму систему инфобизнеса, там трафик, продающую рассылку, то есть они уже приближались к своему доходу. А я делала только лишь сайт-воронку, писала ссылку в строке браузера, у меня ничего не получалось, я возвращалась в HTML-редактор, начинала все заново, опять закачивала, опять ничего не получалось. Так полночи. А утром надо было еще идти на работу. А потом сочувственные взгляды родственников и друзей, что ты там сидишь, тебе же, вот никто сейчас тебе из ноутбука деньги не вынесет, да, не положит перед тобой эти деньги. То есть постоянно нужно было еще и как-то выдерживать вот этот негатив от родственников. А я думаю, что не я одна такая, и что наверняка в комнате есть люди, которые сейчас переживают то же самое. То есть может из близких кто-то сказать, а все равно ничего не получится, можешь не стараться. А зато сейчас, когда я работаю, да, вот у Ирины так, а зато сейчас, когда я работаю, у меня весь дом ходит на цыпочках. То есть они знают, что я кормилица, и когда я работаю, нужно молчать, потому что в основном моя работа заключается в записи видео. Естественно, что на видео не должно быть никаких посторонних шумов. А моя основная специализация, я не сказала, это вирусные открытки. Сейчас я вам покажу каталог моих работ. Я сказала основная специализация, потому что, конечно, я провожу еще тренинги по самой системе, по формуле инфобизнеса и по работе в социальных сетях. Ну и уже вот спустя 2 года 9 месяцев я могу немножечко похвастаться своими результатами и сказать, что сейчас в моей жизни нет проблем. Это не значит, что они не появляются. А, конечно, появляются они точно так же, как у всех. То есть обычные бытовые проблемы. Там труба пробежала, там где-то пол прогнил, там нужно окно отремонтировать. То есть на таком уровне. Но они очень быстро решаются при помощи денег. Я сейчас не говорю о глобальных проблемах, как война, либо там катастрофическая потеря здоровья. Хотя в плане здоровья деньги-то тоже будут не лишними. А от простых, например, раньше я не могла выехать на дачу, а потому что интернета там нет никакого. Слишком далеко от города и ни одна флешка, то есть там нет зоны покрытия ни одного оператора сотового. В этом же году я совершенно спокойно поставила там промышленную антенну для того, чтобы быть в сети и работать
не отходя от грядки, так скажем. И у меня теперь даже на пляже есть интернет. Например, прошлый тренинг я проводила, сидя на террасе под пение птиц. Это так приятно, когда ты вот сидишь на природе, перед тобой ноутбук, и ты просто что-то рассказываешь людям. И это на самом деле незабываемо. А раньше это не представлялось возможным. А теперь, пожалуйста, лежи на пляже, отвечай на письма. Главное, чтобы взять с собой ноутбук, и чтобы он был заряжен. Ну и, конечно, весь этот год у меня были сплошные положительные перемены, потому что деньги на самом деле... Вот скажите, пожалуйста, что для вас деньги? А деньги в плане вот только деньги, вот накопил их, накопил там, куда-то в банк сложил или под матрас в чулок забил. Либо деньги – это для вас свобода и решение каких-то ваших проблем. Вот лично для меня деньги – это свобода вести тот образ жизни, который мне нравится. Да, достижение цели. А у меня нет каких-то таких заоблачных целей на миллиарды. У меня есть обычные цели совершенно. То есть это евроремонт в квартире. То есть я недаром тут поставила картинки до отсутствия самого необходимого и после. Это евроремонт, хороший дом на даче. То есть до этого дом там был, прямо скажем, уже совсем никакой. Вот. И все проблемы решаются мгновенно. Нет интернета, значит, сделаем интернет. Неважно, сколько это стоит. Вот. И после вот этих 2 лет в инфобизнесе я вдруг обнаружила, что у нас в Новосибирске нет хороших вещей. То есть если я хочу, например, купить телевизор, я прихожу в магазин и смотрю, хороших там просто нет. Даже те, которые стоят за 250 тысяч. То есть начали меняться мысли в голове. Если раньше мысли были так, ложишься спать и судорожно думаешь, да, скоро зима, у ребенка нет сапог, я уже не говорю про себя, а сама там отремонтировала и ходишь 5 лет подряд. Вот. Но ребенка надо одевать, тем более девочку, тем более в институт. И вот эти мысли, они постоянно давят сильно на подсознание, давят на психику. То сейчас мысли такие: мне не нужен какой попало телевизор, мне нужен только самый лучший, скажите, где мне его взять. И для меня тоже, вот здесь многие, вот Валерий написал, деньги – это инструмент свободы. А на самом деле это так. Кто хочет, ездит там на какие-то элитные пляжи загорать, а кто хочет, едет на дачу, проводит там интернет и лето в свое удовольствие. Итак, я рассказала о себе, поделилась своими восторгами в отношении инфобизнеса. Ну и сейчас мы перейдем к практике. А рассказывать я вам буду о классическом инфобизнесе, то есть заработков в интернете у нас огромное количество. Есть и нелегальные заработки, где тоже, кстати, платят хорошие деньги. Но я буду говорить об инфобизнесе, о его классической модели. Это запуск своих курсов, продвижение и попутно заработок на партнерках. И сейчас я буду рассказывать вам именно о своей модели. Не секрет, что все интернет-предприниматели, они выстраивают бизнес по-своему. Я же его выстроила по-своему. Недаром я и блог назвала «Женский взгляд на инфобизнес». И первое, что нужно сделать в инфобизнесе, это сейчас говорю для новичков, это выбор ниши. А что такое ниша? Ну, например, вот у Татьяны Черновой ниша слайд-шоу. А моя основная ниша – это изготовление вирусных открыток. То есть это получается какая-то специальность в интернет. В каком направлении вы будете двигаться, развиваться, обучаться, а потом уже обучать других людей. То есть мы пришли, да, это тема, мы пришли в интернет, мы ничего пока не знаем и не умеем. Исключения составляют те ниши, которые мы из реала переносим в интернет. Например, игра на гитаре, как выпечь хлеб из цельного, там, из цельного зерна, что-то такое, как вышивать крестиком. А в основном мы приходим, и нам нужно что-то выучить, какую-то тему взять. И чем быстрее вы определитесь с нишей, тем будет лучше, тем быстрее вы станете зарабатывать деньги, потому что вы станете специалистом в этом вопросе, вы начнете продвигаться и начнете обучать своих людей. А дальше эту тему, нишу нужно обязательно протестировать. Смотрим, насколько она будет востребована, как много людей хотят получать эту информацию. Например,
Если мы используем сервис WordStat от Яндекс, я думаю, многие его знают. Так вот, за месяц игра на гитаре ищут 131 363 человека. А как испечь хлеб из цельного зерна, всего 784 человека. Смотрите, какая разница. И чем большее количество человек ищут эту тему, ту или иную информацию, тем большим будет ваш успех. Какие бывают ниши? Здесь огромный простор для фантазии. Я недаром сейчас привела примеры с гитарой, с хлебом, потому что нишей может стать ваше хобби, ваше увлечение. Если вы что-то умеете делать вот прямо на отлично, на пятерочку, может быть, кто-то умеет там хлеб хорошо печь, кто-то ловит рыбу, кто-то знает, как вывести сложные пятна там с помощью только природных каких-нибудь ингредиентов, то есть абсолютно все. И вот когда вы выписываете перед собой, кладете список вот этих ваших навыков и умений, потом вы тестируете, вы смотрите, какое количество запросов, сколько человек в месяц ищут эту тему, и уже напротив каждой ниши выписываете это количество человек, и отсюда уже будете делать вывод, будет ли приносить эта ниша вам денежки или нет. Следующий момент – это конкуренты. Нам нужно найти наших конкурентов. И вот этот момент, как правило, все новички упускают. Даже не новички. Лучше сделать это с самого начала. Многие спохватываются где-то в середине пути, а то и к концу. И здесь подчас кроется очень серьезная ошибка. А сейчас я объясню, почему. Смотрите, во-первых, если в вашей нише есть конкуренты, то это хорошо. Если конкурентов нет, значит плохо. А если конкуренты есть, значит в этой нише есть деньги. Особенно если человек долго находится в интернете. Он же не просто так там находится, правильно? Там проводит какие-то встречи, мероприятия, записывает какие-то курсы. Он не просто из любви к искусству это делает. Он делает это в первую очередь потому, что он получает за это деньги. И если он там достаточно долго находится, значит деньги в этой нише есть. А вот если конкурентов нет, то, скорее всего, кто-то уже попробовал, у него не получилось, и он эту нишу оставил. Вот здесь нужно обязательно задуматься, почему же в этой нише конкурента нет. А сейчас, кстати говоря, свободных ниш, наверное, уже нет. То есть не то, что это было 3 года назад, когда мы начинали. Так что конкурента вы должны найти обязательно. И вот когда вы его найдете, этого конкурента, может быть, не одного, даже не двух, нужно обязательно провести анализ деятельности этого конкурента. Нужно выяснить, сможете ли вы стать партнерами. А самый лучший вариант – это партнерство со своим конкурентом. Или не сможете. Здесь уже сыграет свою роль человеческий фактор. То есть насколько этот человек будет готов к позитивному, конструктивному общению с вами. То есть насколько он будет готов выстраивать длительные партнерские отношения. И если партнерство невозможно, то правильно выстроить свою модель поведения с целью обойти конкурента. Конкуренция есть сейчас в интернете, подчас она бывает очень жесткая, практически то же самое, что в реале. Обойти хотя бы в чем-то, пусть даже на все позиции у вас силенок пока не хватит, хотя бы в чем-то обойти. Либо же вы после анализа его деятельности, а вдруг выясняете, что он не может быть ни партнером и не станет и конкурентом. То есть его деятельность в интернет настолько незначительна, что он не может считаться и конкурентом тоже. В этом случае мы просто про него забываем. А в том же случае, если он может считаться вашим конкурентом, мы смотрим, что он предлагает в бесплатном продукте, как он ведет свой блог, как он позиционирует тот продукт, который он выпустил. Внимательно разглядываем его продающие сайты, смотрим, что он пишет в своей рассылке. И ваша деятельность должна стать отличной от его деятельности. То есть вы должны выдвинуть для людей какое-то уникальное торговое предложение. То, чего до вас ваши конкуренты еще не делали. Следующее. Готовим бесплатность в теме. То есть готовим бесплатность, выбранной нами нише.
А что такое бесплатность? Это подарок вашему подписчику, потенциальному клиенту в обмен на его контактные данные. То есть вы ему что-то дарите, а человек оставляет вам имя и свою электронную почту. А что может быть в качестве такого подарка? Это книга, обучающие видеоуроки, шаблоны сайтов, сборник рецептов, а может быть даже рецепты, там, как избавиться от морщин и тому подобное. То есть что-то, что интересно человеку в этой нише. То есть если вы выбрали, например, ну сейчас, ладно, рассмотрим дальше. Если рассмотреть инфобизнес в целом, то тут найдется огромное количество вот этих вот вкусняшек. Это может быть список полезных сервисов, каких-то бесплатных, да, для инфобизнеса. А бесплатные программы для новичков, шаблоны сайтов и так далее. Даже видео, как сделать скриншот или пользоваться почтой Google, потому что новички, они подчас приходят и ничего абсолютно делать не умеют. То есть открыли компьютер, посмотрели на него, что с ним дальше делать, вообще непонятно. А дальше, следующее переходим. Страница захвата данных, либо одностраничный сайт, либо сайт-воронка. То есть как ни назови, цель все равно одна. Это сайт для сбора контактных данных, это имя и электронный адрес. Для того, чтобы собирать подписчиков в свой подписной лист, то есть человек оставляет свою почту, в обмен он получает подарок, который мы для него приготовили. И здесь нужно заметить, что подарок должен быть классным, об этом я скажу чуть позже. Продающая серийная рассылка, я немного рано перелистнула. Ваша рассылка должна быть уже готова до того, как станут появляться подписчики. И самый важный момент, ваша рассылка должна решать проблемы вашего подписчика и предлагать ему платные курсы для решения этих проблем. То есть мы сейчас все здесь в комнате, люди, заинтересованные в заработке. Откуда могут взяться деньги в интернете? Только от продажи каких-либо курсов, либо услуг. То есть это понятно, да? Чтобы зарабатывать деньги, вы должны продавать свои услуги. Вот, например, как Лидия, она окончила школу, но, правда, пока она не может продать свои услуги, но я думаю, что со временем она как-то этот вопрос решит, и у нее все сложится. Либо от продажи своих курсов. И это могут быть не обязательно ваши курсы, это могут быть партнерские курсы в этой же нише. А вы как бы спрашиваете человека, он приходит в вашу рассылку, и вы как бы спрашиваете, а вы хотите научиться играть на гитаре? Ну, например, на гитаре. Есть отличное решение, самоучитель игры на гитаре. И сейчас он как раз идет со скидкой. А я, например, предлагаю свои курсы со скидками. Хотите научиться делать открытки? Вот, пожалуйста, обучающий курс со скидкой. И я думаю, что сейчас в комнате почти все подписаны на мою рассылку, и практически все вы получали такое письмо, когда я вначале даю вам бесплатный курс, а потом говорю, вот смотрите, такой замечательный курс, и только сегодня огромные скидки и так далее. Я думаю, что многие из вас стали покупателями этого курса. Вот отсюда и берутся деньги в интернете. Дальше идет трафик. А теперь все, что нам нужно делать, это постепенно один за другим осваивать методы привлечения подписчиков. Платные, бесплатные, неважно какие, главное, чтобы их было много, и пробовать лучше все по очереди. То есть, когда вы слышите, там один метод работает, другой не работает, вы не слушаете. Вот вы пока не пропустите через себя, вы не доверяете. То есть, любой метод нужно попробовать вначале на себе. А чем больше у вас будет трафика, тем будет лучше. Чем больше подписчиков, тем больше у вас будет продаж. И тем больше будет у вас доход. А в этом моменте все понятно? Если да, то поставьте, пожалуйста, плюсики. И мы начнем продолжать. И перейдем к следующему моменту. Это развитие бренда. Замечательно. А для того, чтобы получать в интернет солидное вознаграждение, так скажем, у вас должен быть развитый бренд. А что такое бренд? А бренд – это ваша узнаваемость в сети. А что люди должны узнавать в первую очередь? Ваше имя, конечно же, вашу фотографию,
Дальше доменное имя, сайты, блоги, ну, в моем случае еще и открытки. Для хороших продаж нам необходимо доверие. То есть вам люди должны доверять, ваши потенциальные клиенты, ваши потенциальные покупатели. А для того, чтобы заказывать у вас услуги либо курсы, люди должны вас знать, должны вам доверять, должны видеть контактные данные на ваших блогах, на ваших сайтах. Что такое контактные данные? Это скайп, электронная почта и даже номер телефона. Ну а теперь мы рассмотрим подробнее два последних момента – трафик и бренд. Если с первыми пунктами все ясно, приготовили мы все один раз, там записали видео, сделали сайт-воронку, написали рассылку один раз и навсегда, да, можно потом, конечно, возвращаться и редактировать, но в основном делается один раз и уже навсегда. И эта рассылка, она потом работает на вас 24 часа в сутки, 365 дней в году. И это на самом деле так. А, например, сегодня я зашла, посмотрела всего 2 заказа. А завтра утром просыпаюсь, смотрю, у меня уже 10 заказов. И все это происходит без моего участия вообще. То есть люди открывают письма, проходят по ссылке, читают, ознакомятся с информацией, которая представлена на сайте, смотрят цену и делают для себя выбор, то есть заказать или не заказать. В том случае, если заказали, они автоматически получают письмо со ссылками для скачивания, а я автоматически получаю оплату за этот курс. Еще момент. А если вы решили продавать свои курсы, то необходимо будет настроить свой магазин и самые удобные способы оплаты. А для того, чтобы каждый, даже новичок, мог зайти, сориентироваться в вашем магазине и курс проплатить как бы. В случае с продажей партнерок этого делать не нужно. Поэтому, наверное, сейчас в интернете так много говорят о партнерских заработках, о продвижении партнерок. Потому что на самом деле, когда мы продаем партнерки, то половина головной боли у нас исчезает сразу же. Так вот, трафик и бренд – это ваша ежедневная забота. То есть у вас не будет ни одного дня, чтобы вы не ставили перед собой задачу заботиться о трафике и заботиться о бренде. А на вашу страницу захвата должен идти трафик постоянно, чтобы приходили подписчики. А трафик может быть платным, может быть бесплатным. А кому подходит платный? Ну, это, во-первых, тем, кто всей душой поверили, что да, здесь зарабатывать можно. Ну и, во-вторых, у них, естественно, есть деньги на рекламу. А бесплатные подходят тем, кто еще сомневается, нужно ли ему вкладывать деньги, да, в интернет. То есть если человек сомневается, то, скорее всего, он поостережется вкладывать сюда деньги. Либо бесплатные методы трафика подходят тем, у кого просто-напросто нет денег вкладывать в рекламу. В свое время бесплатные методы трафика меня просто спасли. Какие бывают платные методы привлечения трафика? Это контекстная реклама, это Яндекс.Директ, либо Google AdWords. Но я думаю, что вы все видели объявления в сети, поэтому более-менее представляете себе, что такое контекстная реклама. А реклама в социальных сетях, ЦПА-партнер, сервисы для вирусного привлечения трафика. А бывают дорогие сервисы, бывают не очень дорогие, их все нужно знать. А тизерные сети, баннерная либо медийная реклама, рассылки у авторов, таргетинговая реклама. И вот здесь нельзя назвать наиболее эффективный вид рекламы. А способы необходимо подбирать, исходя из конкретной ситуации. Исходя из того, какой у вас бюджет, какой у вас сайт-воронка, даже исходя из того, какую вы продвигаете нишу. Любой из вышеперечисленных способов может принести огромный успех или оказаться провальным. А также не стоит забывать о том, что почти все методы рекламы нужно использовать в комплексе, и чаще всего именно такой подход дает наилучший результат. И вот здесь мне бы хотелось развеять миф о дороговизне рекламы, платной рекламы. На самом деле все это не так уж и дорого. Я думаю, многие из вас видели, что часто пишут, что если ты подаешь, например, рекламу в Яндекс.Директ без глобального знания всех нюансов, там подстерегает тебя куча всяких ловушек, и это пустой слив денег.
Так вот, я свои первые объявления подавала по бесплатному мини-курсу, потому что на платный у меня тогда просто денег не было. И я получала нормальное количество подписчиков за нормальные деньги. То есть никакого слива денег я там не заметила. Поэтому, если вы сомневались, стоит ли вам использовать платные методы и боялись, да, что вдруг это правда окажется сливом денег, то не бойтесь, нужно все попробовать на себе. И следующая, вот это моя любимая часть, это бесплатные способы привлечения трафика. Потому что именно вот этими бесплатными методами я привлекала трафик в самом-самом начале, когда у меня не было даже 300 рублей, чтобы пойти на Яндекс и подать свое первое объявление. И самое первое – это ведение и раскрутка своего блога. А на блоге, конечно же, вы сразу должны установить форму подписки и баннеры с вашими рассылками. Я думаю, многие обратили внимание, с кем мы знакомы давно, что я сейчас вместо подписной формы стала использовать баннеры. Они привлекают больше внимания, они двигаются. И, соответственно, когда человек заходит, смотрит там справа, что-то бегает, какие-то цифры бегают, там буквы, и внимание тогда переключается на баннер. А следующее – это вирусный маркетинг. Ну, на блоге тут можно, конечно, еще останавливаться, и можно говорить об этом бесконечно, потому что блог – это просто огромный источник трафика. Это практически, наверное, у меня, ну, процентов 40. Всего трафика идет с блога, но дальше я об этом еще скажу. А дальше вирусный маркетинг и работа в социальных сетях. Вот Лидия, кстати, о работе в социальных сетях с вирусными открытками. А для меня это было и остается основной источник трафика, работа в социальных сетях, а именно с вирусными открытками. Для тех, кто, может быть, зашел только сейчас, я сейчас покажу примеры этих вирусных открыток, чтобы стало понятно. А вирусная открытка, по сути своей, это та же страница захвата. То есть мы отдаем какой-то подарок в обмен на контактные данные человека. Единственное отличие, что открытками люди более охотно делятся в социальных сетях, чем, конечно же, сайтами-воронками. То есть есть большая разница. Или я даю какую-то красивую там, анимационную открытку и говорю вам подарок, либо я даю ссылку на сайт-воронку и говорю, вот здесь бесплатная программа для ведения бизнеса в интернет. То есть бизнес в интернет интересует далеко не всех друзей у меня в социальных сетях, поэтому здесь, конечно, лучше работать с открытками. И это дает огромное еще и развитие бренда. Следующий способ тоже очень хороший. Обязательно нужно участвовать в акциях по обмену базами. Для новичков скажу, это такая вещь, когда люди договариваются и рассылают письма в одно и то же время. Например, вы рассылаете мое письмо, я рассылаю ваше письмо. Таким образом, ваши подписчики получают мои какие-то подарки, а мои подписчики получают ссылку на вашу страницу захвата и подписываются на вашу рассылку. Я знаю людей, которые буквально за короткий период времени построили базу в 10 тысяч человек, используя именно вот такие акции. И лучше всего, если вы сами станете организатором этой акции. Тогда, конечно, вы получите огромное количество подписчиков. Раньше я очень активно принимала участие в этих акциях, но сейчас на данный момент мне уже не актуально. Ну а для новичков это, конечно, очень большой выход. А дальше, это публичные выступления. А что такое публичные выступления? Когда человек начинает проводить вебинары, он, во-первых, он ведет запись этого вебинара, и потом он может оформить этот вебинар в коробочку, красиво упаковать, и раздавать его как подарок в обмен на контактные данные. То есть, если вы не знаете, что раздавать, запишите обучающее видео, либо проведите вебинар, и этот вебинар будет служить вам службу долго и верно и преданно, так скажем. А во-вторых, когда мы выступаем публично, например, можете поставить плюсики, кто сегодня попал на это мероприятие социальной сети Facebook с мероприятий. То есть это дополнительный источник привлечения трафика. Я размещаю в социальных сетях информацию о том, что
будет такое-то мероприятие, и люди заходят, там у меня есть страничка с регистрацией на этот вебинар, люди заходят, регистрируются и таким образом попадают в мой подписной лист. И публичные выступления – это дает очень хороший приток подписчиков. А помимо этого, перед началом вебинара мы еще делимся ссылкой на сам вебинар в социальных сетях. И те люди, которые до этого не были моими подписчиками, становятся ими на вебинаре. Поэтому никогда не откладывайте надолго, так скажем, начало своих публичных выступлений. Помимо притока трафика, это еще и замечательное развитие бренда. Об этом я тоже еще немножечко дальше скажу. Вначале многие писали, что в интернете год, полтора. Начинайте проводить мероприятия. Чем раньше вы начнете, тем будет лучше. Видеомаркетинг. Ну вот сейчас даже, уже судя по тому, сколько методов я перечислила, вы, наверное, заметили, что я поклонник комплексных методов развития бизнеса. Я считаю так, что если выпадает какой-то один пункт, то сразу рушатся и все остальные. И инфобизнес можно развивать только комплексно. И такой же подход у меня и к видео. Записали видео, выкладывайте сразу на все видеохостинги. Вот подготовили видео, подготовили к нему описание, подготовили обязательно ключевые слова к этому видео, используя сервис Wordstat. Не просто так, что мне левая нога нашептала, что ключевые слова к этому видео должны быть такие-то, а то, что на самом деле люди ищут. То есть, понятно, не наши вымышленные какие-то там, да, какие-то мысли об этом видео, а то, что люди ищут на самом деле. Записываем все это в отдельный файл и идем покорять все видеохостинги подряд. Всего их 53, если я не ошибаюсь. Конечно, какие-то могут вам не подойти. А, например, когда я начинала, я захожу, я английского языка не знаю вообще. И я не читаю на нем. И для меня проблематично как-то ориентироваться на англоязычных сайтах. И вот по этой причине у меня несколько видеохостингов отсеялись сразу. И не нужно забывать о том, что социальные сети – это тоже своего рода видеохостинги, потому что видео туда тоже нужно закачивать. И, например, видео в Яндексе, в Фейсбуке, в поиске Mail.ru, в Одноклассниках, оно индексируется очень и очень быстро. Поэтому, когда вы видео записываете, в описании обязательно даете ссылку на ваш целевой сайт, и это тоже будет дополнительный приток подписчиков. То есть мы никогда не ограничиваемся, там один у меня метод хорошо работает, вот этим методом я и буду работать 2 года подряд. Нет, обязательно берем несколько методов и используем их комплексно. А дальше комментарии на блогах, на чужих блогах, естественно, со сходной тематикой. То есть, например, вы находите блоги по инфобизнесу и начинаете активно комментировать все статьи. Кто когда-то писал комментарии на блогах, вы прекрасно знаете, что там нужно написать свой e-mail, веб-сайт и имя и фамилию. Кстати, у кого еще нет Gravatar, то обязательно сделайте, чтобы на блогах отображалась ваша фотография. Фотография – это часть вашего бренда. И об этом не стоит забывать. И идите активно комментируйте блоги. Для меня это был очень хороший источник трафика. Я комментировала их с утра до вечера. Блогов у меня тогда было набрано очень много. И приток подписчиков шел очень хороший. Не забывайте о том, что в графе веб-сайт вовсе не обязательно указывать свой блог. Вы можете там указывать ссылку на страницу захвата. Например, когда я комментировала, я указывала как раз-таки не блог, а страницу захвата. То есть, когда, если там есть предмодерация на блоге, хозяин блога заходит, автор блога, он заходит, видит вашу фотографию, видит e-mail и видит адрес веб-сайта, с которого был оставлен комментарий. И 100%, что он не пойдет проверять, с какого сайта комментарий был оставлен. А тем более, если у вас оставлена там фотография, то есть если есть Gravatar. И таким образом вы будете получать подписчиков. Но даже в том случае, если вы будете оставлять ссылочку на блог, само это тоже будет хорошо, потому что человек приходит на блог, а там у вас стоит форма подписки,
и баннеры, на которых бегают буквы. То есть баннеры, которые привлекают к себе внимание. Ну и таким образом посетитель также станет вашим подписчиком. А дальше каталог рассылок Smart Responder. А когда вы создаете рассылку, по умолчанию ваша рассылка будет добавлена в каталог рассылок Smart Responder. Исключение составляют только те случаи, когда вы сами поставите там галочку «Не добавлять в каталог». И из каталога мы тоже будем получать трафик. И естественно, что получается так, чем больше у вас рассылок, тем больше к вам будут приходить люди из каталога рассылок. А дальше партнерство, то есть взаимодействие с партнерами. А, например, кто-то из вас, ну не кто-то, даже многие, наверное, были на вебинарах, когда мы проводили вместе с Татьяной Черновой, со Светланой Симоновой, с Тарасом Силой, с Александром Новиковым. То есть вот это и есть как бы взаимовыгодное сотрудничество, во время которых мы обмениваемся базами друг с другом. То есть не специально рассылаем, да, письма, что вот подпишитесь на рассылку такую-то, а проводя совместное мероприятие, у нас происходит обмен базами и дополнительный приток подписчиков. Например, если я провожу вебинар на аудиторию, например, Александра, то, соответственно, его подписчики становятся моими подписчиками. И это, конечно, очень-очень выгодно. Дальше. Обязательно нужно использовать такие инструменты, как скрипты для удержания трафика, либо для того, чтобы человека сделать своим подписчиком. Думаю, тоже все это видели, это так называемые всплывающие окна поп-ап. А когда человек хочет уйти с сайта, а поп-ап выскакивает и говорит, стоп, заберите ваш подарок, да, или внимание, там проводится акция, запись вебинара такого-то, заберите прямо сейчас. Либо это скрипт наподобие скрипта магнита для подписчика, когда мы выкладываем полезный контент на блоге, только какой-то супер полезный контент, не абы что, да, там какую-то текстовую статью. Текстовые статьи не выведут ваш блог в топ, только видео. Когда и мы закрываем этот контент и говорим человеку, для того, чтобы получить доступ к этому видео, подпишитесь, пожалуйста, на мою рассылочку. И в первом письме вы получите код, введете его и посмотрите это видео. Тоже, думаю, вы видели, последний раз у меня была такая статья на блоге. А потом скрипт pop-up, камбэкер, похож на камбэкер, когда мы хотим закрыть окно браузера, и появляется такая всплывающее окошко. Подождите, нажмите «Отмена» для того, чтобы получить, например, подарок какой-то там. То есть, и даете человеку, показываете уже другую страничку, на которой человек может этот подарок скачать. А дальше обмен баннерами с другом блога. Например, вы ведете свой бизнес в интернет, и, естественно, вы здесь с кем-то знакомитесь. Вы обучаетесь на каких-то тренингах, посещаете вместе потом дальнейшие мероприятия. То есть начинаете как бы вместе расти, да? У вас есть блог, и у вашего товарища тоже есть блог. И вы договариваетесь. Например, я ставлю к себе баннеры Татьяны, Татьяна ставит к себе мои баннеры. Таким образом мы получаем двойной трафик. Все люди, которые зайдут ко мне, они подпишутся на мою рассылку, на рассылку Татьяны. Все люди, которые зайдут к Татьяне, подпишутся и на ее рассылку, и на мою тоже. И главное здесь следить за тем, чтобы вам в итоге не было обидно, так скажем, чтобы посещаемость была равная. Но если мы говорим про новичков, например, вот у новичков уже победа считается, это 100 человек в сутки. Да, согласитесь, когда мы доходим до такого рубежа, 100 человек для нас это уже такой серьезный результат, что вот у меня на блоге сегодня было 100 человек. А у вашего товарища там 5-6 человек. То есть за этим обязательно нужно следить. И лучше всего будет, если вы попросите скриншот посещаемости блога, чтобы не быть голословным, чтобы вы в дальнейшем просто доверяли друг другу. И сейчас мы плавно переходим к развитию бренда. По предыдущей части все понятно? Поставьте плюсики, пожалуйста.
Замечательно. Ну и вот сейчас, если у вас будут в процессе возникать какие-то вопросы, то вы их, пожалуйста, пишите. А то что-то как-то мы все так замерли, и я не могу понять, вам так интересно или просто очень скучно, поэтому вы молчите. А поэтому, если будут вопросы, то, пожалуйста, пишите. Ну и вот сейчас, когда мы дошли до развития бренда, я думаю, сейчас вы заметите, что многие методы, они пересекаются. Что я имею в виду? То есть те методы, которые мы используем для набора подписной базы, те же самые методы мы используем и для развития своего бренда. И вот над брендом лучше всего начинать работать сразу же. То есть если я говорила о том, что ваша продающая, внимание, продающая рассылка должна быть готова до того, как вы начнете работать где бы то ни было и посылать трафик на сайт воронку, там, из социальных сетей, из блога, откуда угодно, то и развитие бренда у нас должно идти с самого начала. То есть вот пришли в интернет и сразу же начинаем над этим работать. Обязательно нужно сделать так, чтобы ваше имя, ваша фотография, ваш блог стали узнаваемы. Чтобы люди смотрели на фотографию, там имя не подписано, но они знали, это Юлия Литвина, например. Чтобы люди заходили на блог и знали, что это блог человека, который занимается вирусными открытками. Вот что я имею в виду, то есть узнаваемость. То есть смотрите и сразу понимаете, кто это, что это, чем он занимается, какие курсы выпустил, да, там с кем сотрудничает, то есть приблизительно, вот хотя бы основной круг интересов этого человека, так скажем. И вот когда люди начнут вас узнавать, когда они будут вам доверять, вот мне подписчики очень часто звонят. Особенно после того, как мне переустановили блог, старый у меня сломался, и там вывели телефон на блоге, и у меня руки не доходят его убрать. И мне звонят, ну, раза два-три в день точно. Звонят что-нибудь спросить, как оплатить. Либо что-то непонятно в статье на блоге, да, начали делать, не поняли, они звонят у меня, спрашивают. Ну и сейчас, наверное, все-таки я не буду убирать этот телефон, потому что, ну, если нравится людям звонить, если им так легче живется, то пусть звонят. Все-таки это моя основная работа, и поэтому я буду отвечать на эти звонки. Конечно, хорошо бы еще при таких звонках учитывать разницу во времени. То есть интернет, он чем хорош? Он объединяет людей с разных часовых поясов. И мне порой звонят ночью. Вот этого лучше не делать. Кроме этого, что еще вам даст развитие бренда? Ну, все методы, которые нужно использовать для развития бренда, вы видите сейчас перед собой. Я здесь еще не учла, что нужно обязательно сразу же сделать гравотар, то есть загрузить свою фотографию в гравотар. Чтобы где бы вы не комментировали блоги, не оставляли комментарии там в социальных сетях, где угодно, где бы ни были, за вами всегда ходила ваша фотография. И вот здесь я вам обещала еще дополнительно сказать про бесплатные полезности для ваших подписчиков. Вот эта самая первая бесплатная полезность, она должна быть едва ли не лучше того, что вы предложите в итоге им приобрести. То есть эта полезность, она должна охарактеризовать вас снизу доверху как профессионала. То есть, да, я знаю вот это, я умею записывать классные видео, я специалист такой-то, такой-то ниши и точка. То есть вас эта бесплатность должна охарактеризовать. И когда мы готовим вот эту бесплатность, мы не должны давать людям абы что. Там кое-как собрали какой-нибудь список сервисов, да, в текстовый документ загрузили и это людям отдали. Нет, такого не должно быть. Первая бесплатность, она должна быть высочайшего качества. И это тоже отразится на ваших доходах. А что я не договорила, это то, что люди начнут вас искать. После того, как вы начнете развивать свой бренд, люди начнут о вас друг дружке рассказывать. Например, одна девушка говорит другой, я вот научилась делать классные открытки, смотри какие, да, спрашивает. Ой, как здорово, а где ты научилась? Она говорит, ну я сама пока не могу тебя научить, но я могу показать тебе, где взять обучающий бесплатный курс. Ты пойдешь и научишься, и дает ссылку на мой блог.
Сейчас по рекомендации на мой блог приходит очень много. То есть для меня посещаемость 580 человек – это уже маленькая посещаемость. То есть такая посещаемость держится в основные дни, так скажем. А в дни, когда я выкладываю какой-то полезный контент, посещаемость стала доходить до 3000 человек в сутки. И это все, конечно же, благодаря развитию своего бренда, но и благодаря тому, что я грамотно и правильно оформляю свои статьи на блоге. То есть одна статья у меня может занимать до 3 часов. Я думаю, многие из вас были на блоге и видели, статьи у меня очень коротенькие, я пишу мало. И видео у меня тоже не длинные. У меня в основном идет маленький текст, дальше идет обучающее видео какое-то, плюс ссылка на скачивание вот этой бесплатности, о которой я говорю в видео, да? Почему же оформление этой статьи занимает такое количество времени? Потому что помимо того, что я ее выложила, я записала этот видеоурок, я грамотно подбираю описание для поисковиков, чтобы и с названием было все в порядке. А дальше я подбираю все ключевые слова, а также через Wordstat. И чем больше будет этих ключевых слов, тем лучше. То есть я стараюсь с самого начала свой блог, каждую статью выводить в топ. Не каждую страницу, а каждую статью. Ну и дальше я вам покажу скриншот, чтобы было понятно, о чем я говорю. Сейчас я перелистну слайд. Смотрите, вот это результат работы своего бренда. По каким ключевым запросам в основном люди попадают на мой блог? И сейчас вы здесь видите, здесь все перечислено. Вот 3 и 5 – это блог Юлии Литвиной, Юлия Литвина блог. То есть люди попадают на мой блог уже не из-за того, что у меня там, например, выложен скрипт для инфобизнеса, либо скрипт для вирусной открытки, либо там крутящиеся кнопочки социальных сетей, да, это в прошлом году это был основной ключевой запрос, по которому заходили на мой блог. Они попадают туда, потому что ищут меня лично. И ищут не просто вот зашел на блог и посмотрел. Они ищут мои курсы целенаправленно. А об этом же говорит и сейчас уже Wordstat на Яндекс. То есть люди вводят в поиск название моих курсов. А естественно, те люди, вот эти 3-я графа и 5-я графа, которые зашли на мой блог, целенаправленно, это 100% целевые подписчики. Они искали мои курсы. А почему еще так происходит, я как-нибудь позже вам расскажу, это очень долгий разговор на самом деле. Но вот смотрите, это люди целевые на 100%. Они зашли, там у меня бегают баннеры, да, справа, вы помните, я про эти бегающие буквы постоянно говорю. То, что на самом деле они привлекают внимание очень хорошо. Люди подписываются на мою рассылку, и уже не просто так. Они уже подписываются туда, потому что знают, что только в рассылке я предлагаю свои курсы с огромными скидками. То есть, например, также одна девушка пошла, купила курс, видит на продающем сайте, цена 3577. Она попадает в мою рассылку, и первым же письмом ей приходит цена 894 рубля. Девушка впадает в шок, в хорошем смысле этого слова, и бежит рассказывать своим подружкам. Подружки бегут в поиск Яндекса, вводят запрос, блог Юлии Литвиной, подписываются на рассылку, покупают мой курс. Я последнюю неделю мая была на даче. То есть я уже говорила, да, я там делаю капитальный ремонт. И я там не работала. Но вот эти деньги, о которых было заявлено в теме письма, я заработала. Это благодаря тому, что я комплексно подхожу к развитию инфобизнеса в интернете. То есть ни один из тех пунктов, которые я перечисляю, я из внимания, из вида не упускаю никогда. Особенно это трафик и развитие бренда. И вот этот комплексный, да, подход, он, когда идет равное развитие всех областей в интернете, это массовый трафик, развитие бренда, привели к тому, что вы видите на этом скриншоте. Сейчас я вам покажу. Пока слайд, вот перелистнулся слайд. Первая красная стрелочка – это количество заказов. А вторая красная стрелочка – это заработанная сумма с момента регистрации моего магазина. И нижняя стрелочка, вот я ее не вижу,
У меня здесь панель управления закрывает весь обзор. Но вы, я думаю, видите, что там стоит дата 5 декабря 2014 года. То есть 5 декабря 2012 года я зарегистрировала свой магазин. Ну а остальное уже дело техники. Просто взять сумму, поделить на количество месяцев и понять, сколько получается доход ежемесячно. Ну и здесь тоже следует понимать, что в начале, первый месяц я, по-моему, заработала около 15 тысяч рублей, во второй 30 тысяч рублей. Это после регистрации своего магазина. Ну а дальше все по возрастающей и по возрастающей. Но если грубо взять и поделить, то здесь сумма стоит почти 5 миллионов, там немножечко не хватает. И если поделить на 2 года и 9 месяцев, там сколько у нас получается, 260 тысяч рублей ежемесячно. И именно в комплексном подходе это дает мне что? Я забочусь только о трафике и о развитии бренда. А все остальное у меня налажено раз и навсегда. То есть вот она продающая рассылка, вот он блог, изменения я там делаю крайне редко. Я бы и в этот раз на блоге, скорее всего, не меняла бы ничего, если бы он не сломался. То есть мне просто пришлось переустанавливать шаблон, нанимать людей, чтобы это сделали. Дальше видео на странице, где вы регистрировались на вебинар, если вы, конечно, на него регистрировались. А на скриншотах я показывала еще и доход с партнеров, то есть за последнюю неделю мая. То есть за тот период времени, когда я отдыхала, единственное, что я делала, это рассылала письма, которые мне писали партнеры, которым нужно было, которые в это время проводили акцию. То есть, понятно, я не работала ни над письмами, единственная моя работа заключалась в том, чтобы зайти в Smart Responder и разослать письма. Однако за неделю вот эти деньги, которые вы видите сейчас на скриншоте, я заработала. Ну и здесь тоже нужно заметить, что вот те ребята, кто уже давно со мной, кто сейчас присутствует в комнате, они знают, что еще очень хороший доход мне приносит партнерка с хостингом. То есть здесь отражен еще не весь заработок. То есть есть такие партнерки, которые я настолько уже считаю, что это вот как само собой разумеющееся, что я даже порой забываю, что я и оттуда тоже получаю доход. Это такие партнерки, как хостинг и Smart Responder. Почему я считаю, что эти партнерства наиболее выгодны для нас? Потому что, смотрите, вот люди пришли в интернет, а их интересует информационный бизнес. Но инструмент-то все равно интернет. И нам все равно нужно знать какие-то технические моменты, да, нам нужно знать хостинг. Нам нужно пойти завести свою рассылку на смарт-респондере, причем это нужно сделать в обязательном порядке. Естественно, для тех, кто решил зарабатывать, да? То есть это обязательно хостинг и смарт-респондеры. Вы представляете, какое количество человек ежемесячно приходит у нас в интернет с целью вести свой бизнес? И представляете, какое количество человек может пройти по вашей ссылке, зарегистрироваться на хостинге либо в смарт-респондере, и пожизненно они будут проплачивать, то есть до тех пор, пока ведут свой бизнес. А те, кто начал получать здесь деньги, они уже отсюда точно никуда не уйдут. А вы все это время будете получать вознаграждение, то есть какой-то процент, а точнее 30% с первого, это на хостинге, в смарт-респондере, я не помню, и 5%, по-моему, или 10% со второго на хостинге. То есть с партнерок это что-то похожее на MLM-бизнес, да, что-то наподобие этого. А скажите, пожалуйста, как вам понравилась такая информация? То есть кто хотел бы зарабатывать деньги в интернет. Кому вообще в принципе нравится эта идея вот такого инфобизнеса по-женски? Можете по 10-бальной шкале поставить. Елена, я посмотрю, что там такое в кругу друзей. И женщины пошли ставить ссылки. А вот мужчины присоединились, это замечательно. То есть, когда я говорю, что женский инфобизнес, да, то есть мой взгляд на инфобизнес, оно самое интересное, что вот мои партнеры по бизнесу, во-первых, как-то
У нас было такое сравнение, что в бизнесе есть черепашки, есть жирафы и есть носороги. То есть черепашки – это те, кто получает информацию и думает, да, ну, как-нибудь потом, как-нибудь, может быть, я что-нибудь там сделаю, да. А жирафы – это которые получили информацию, поняли, не поняли, что-то пытаются делать, но пока еще пытаются делать. И носороги – это, как правило, мужчины с точной нацеленностью на результат. А носороги – это которые видят перед собой цели и прут туда, как настоящие носороги. Вот Анна говорит, я черепашка, но я носорог. То есть мы недавно собирались как-то в своей инфотусовке и смеялись как раз над тем, что у меня мужской подход к моему женскому взгляду. То есть уж если делать бизнес, так делать бизнес. Но на самом деле я благодарна судьбе, что тогда вот 2 года, 9 месяцев назад я не прошла мимо, я все-таки пошла, научилась. Ну и, конечно, благодарна за то, что я не бросила то, что... Вот Наталья у нас тоже носорог. То, что у меня хватило терпения. Даже когда что-то не получалось, да, то есть я все равно шла и это делала. То есть в моей жизни встретился такой инструмент, да, который позволил мне изменить всю жизнь к лучшему. Да, Анна, я же вот вначале тоже говорила, что когда я слушала, что такое инфобизнес, смотрела вот на цифры, которые можно зарабатывать, я, наверное, 5% только поняла. То есть я поняла, что можно, что нужно идти и нужно делать там, какие-то видео, какие-то открытки, сайты, куда-то их там раскидывать по социальным сетям. Но только уже в процессе делания пришло вот это видение конечного результата. Ну и как следствие, наверное, вся система уже выстроилась так ровненько и стройненько. Потому что невозможно понять и прочувствовать 10-й шаг, пока ты первые 9 не сделаешь. Игорь, ну вы носорог, вы должны быть носорогом, вы же мужчина. А первый курс это был «Фабрика гуру» Тараса Силы. Я там обучалась 3 месяца. Ну и скажу сразу, что в плане технических моментов, может быть, эта школа дала мне немного, потому что за 3 месяца я очень мало успела понять. Но Тарас отличный мотиватор, и он сумел донести до моего мозга, что такое инфобизнес и как хорошо здесь находиться. И главное не бросить вовремя. И вот смотрите, вот есть такой инструмент, как интернет, который помогает изменить жизни. То есть я не говорю сейчас о каких-то миллиардах, а я говорю о достойных деньгах. Это не роскошь, это нормальная жизнь, когда у тебя в квартире есть там техника по последнему слову, да, когда красивая мебель, когда заходить домой просто приятно. Если 2,5 года назад я заходила к себе домой и просто ужасалась, полной разрухи, да, то сейчас я иду домой с радостью и предвкушением, потому что у меня очень красиво все это здесь получилось. И я думаю, что так должен жить просто каждый человек. Поставьте, пожалуйста, 10-ки, кто хотел бы научиться и овладеть вот этой формулой инфобизнеса. Анна, вы не представляете, сколько можно зарабатывать на Ютубе. Вы просто не поняли эту систему. Татьяна, партнер Ютуб. Пока вот Татьяна Чернова, сейчас она в качестве модератора в этой комнате. И, по крайней мере, она начинающий партнер, но она уже зарабатывает там практически те же деньги, что я зарабатываю как партнер хостинга. А я там партнер уже 2 года. То есть это на самом деле можно зарабатывать очень хорошо. И я вижу, что многие из вас тоже считают, что да, на самом деле это мое. Вот для меня инфобизнес – это как поймать свою удачу за хвост. То есть когда-то я увидела, услышала, уцепилась и уже не отпустила. Ну, уже не отпущу, конечно же, никогда. А это произошло и со мной, и с многими моими интернет-знакомыми. Конечно, далеко не со всеми, то есть с теми, с кем я обучалась, многих в интернете уже нет.
Это произошло только с теми, кто очень сильно этого хотел и делал какие-то действия. То есть нет такого, что я пришел, послушал, я такой умный, я уже пошел, я все знаю. Нужно постоянно целенаправленные действия каждый день, и тогда все будет. А сейчас поставьте, пожалуйста, плюсики, кто хотел бы научиться формуле ведения бизнеса через интернет, чтобы потом в дальнейшем использовать эту формулу и получать в интернет деньги. А можете даже не плюсики ставить, а уже конкретно сумму. Я хочу получать, например, 100 тысяч рублей ежемесячно. Это не заоблачные деньги, это нормальные такие обычные деньги, которые, ну, в принципе, я думаю, каждый человек просто обязан получать в своей жизни, чтобы жить на самом деле достойно. И вот здесь нужно изучать все основательно, то есть шаг за шагом. Настройка, установка программ для ведения бизнеса в интернет. Трафик из социальных сетей. Ну вот я вижу, что с суммами у нас все в порядке. То есть кто-то 50, кто-то 100, а 100 это уже хорошо. Вот Ирина 5000 долларов. Замечательно. Как получать трафик из социальных сетей? Настройки блога для получения трафика. Как сделать так, чтобы с блога получать до 1000 посетителей в день? Вирусный маркетинг, заработок на партнерках, около 20 методов набора подписной базы, регистрация и настройки своего магазина, это личные консультации. И сейчас я могу рассказать о каждом модуле подробнее. То есть есть такой обучающий курс, который может привести, в принципе, каждого, кто пожелает, к великолепному результату. Первый модуль – это установка всех необходимых программ. Они идут в комплекте с обучением. То есть все программы бесплатные, их просто скачивают и устанавливают на свой компьютер. А дальше все, что необходимо для ведения бизнеса, как я сказала, это уже шаг один. Это хостинг и составление рассылки. Ну, естественно, что регистрация в рассылщике. Это выбор ниши, это сайты. Это установка своего блога, то есть это то, что должно быть у человека в самом начале. А дальше мы ставим планы в отношении количества подписчиков, идем работать в социальных сетях, чтобы получать подписчиков и получать трафик. Неважно, сайт воронка, вирусная открытка, блог, то есть в принципе это все можно поставить так на одну линейку. А развитие аккаунта в социальных сетях. Психология получения трафика в социальных сетях, то есть, по сути, просто психология работы в социальных сетях. И дальше уже лично мои фишки и наработки по получению трафика, то есть, какие методы применяю я для того, чтобы получать такой трафик на блог и на вирусные открытки. А дальше идут все настройки блога, как я уже сказала, это для того, чтобы получать трафик, чтобы выходить в топ в поиске и получать оттуда подписчиков. И самые главные ошибки, которые просто нельзя допускать в начале своего бизнеса. А также в каждом модуле есть ответы на вопросы. Модуль номер 4 – это полностью изготовление вирусных открыток. Это 105 видео уроков обучающих. Также своей целью имеют развитие бренда плюс получение трафика при помощи вирусных открыток в социальных сетях. И также этот блог предусматривает и личное общение, то есть вопросы и ответы. Не секрет, что обучаться в группе всегда легко. Одному сложно, в группе легче. Почему так происходит? И иногда бывает, что человек сидит дома, весь такой в сомнениях, да, погрузится такой. Сомнения на него давят, задавливают его. Он выходит в группу, буквально несколько слов, все сомнения развеялись, и ты можешь идти дальше уже с чистой душой, чистым сердцем работать. Дальше. Заработок на партнерках. Это то, что с чего вы можете начать получать деньги достаточно быстро, при условии, что вы грамотно составите продающую рассылку и будете посылать трафик, то есть все, что было до этого. И составление, конечно же, продающей рассылки, туннеля для подписчика, через которые, проходя подписчик,
совершает вам, делает покупки курсов партнерских, а вы получаете вознаграждение. А дальше в модуле шестом идет проработка каждого метода в отдельности, то есть, так скажем, закрепление всего полученного результата. Рассматриваются платные и бесплатные методы работы и выполняется рассылка по базе 5000 человек вашего уникального предложения. То есть, по сути, ваши страницы захвата. И также блок ответы на вопросы. Регистрация магазина – это модуль номер 7. Без своего магазина невозможно вести бизнес в интернет. Почему стало возможным, вот я сказала, что я 173 тысячи заработала только за последнюю неделю мая. Почему это стало возможным? При условии, что я практически все время проводила в заботах о ремонте, так скажем. То есть люди делают, но я же должна там убрать посуду, убрать вещи, что-то с места на место переставить, да, это же все время. И все-таки я получила такой доход, потому что у меня полностью автоматизирован бизнес. Идет трафик, магазин работает, совершаются покупки, люди получают товар, я деньги. И это все будет проработано в модуле номер 7. Человек учится в 3 случаях до 7 лет, но тренинг жизнь загнала в угол. Да, Валентина, я думаю, что... Да, ЕФТП, Дмитрий. Ну, мой вариант, наверное, был «Жизнь загнала в угол». Это я могу сейчас уже... Тогда мне было стыдно об этом говорить, что уже до такой степени плохо, что дальше просто некуда. А сейчас, когда я уже как-то более-менее освоилась с деньгами, я уже поверила в то, что они у меня есть, я уже сейчас могу спокойно говорить, что раньше было очень плохо. То есть до такой степени плохо, что вот я иду домой, и я знаю, что еды дома нет. То есть вообще нет просто ничего. А у меня в кармане 100 рублей. Вот что купить, как накормить ребенка, да, то есть уже до такого состояния. Ну и слава богу, что мне хватило ума, так скажем, уцепиться, схватить свою птицу за хвост, жар птицу. Вот, кстати, Валентина, нет, Ирина, сколько много всего, да, что сколько все это может стоить? Ну, давайте погадаем на кофейной гуще. Как вы считаете, сколько может стоить такой тренинг? Вот, напишите в чат прямо сейчас. То есть, например, там 1000, 10 тысяч. Кто как считает? То есть в отношении того контента, который сейчас вы увидели на экране. И в отношении тех цен, которые вы видели в интернете вообще. То есть сколько, на ваш взгляд, может стоить такой тренинг? Пишите, пишите. Пятнадцать. Но здесь я вам могу сказать, что вы меня просто недооценили, потому что сейчас я вам дам ссылку, и вы увидите, что не так страшен черт, как его малюют. Потому что на самом деле ценовую политику на этом тренинге «Формула инфобизнеса» мы тоже будем проходить. И есть такой подход, он называется грамотный подход к ценовой политике. Это не то, что мы берем и от фонаря, да, схватили цену. Вот, например, мы хотим, да, там, получить за этот тренинг 25 тысяч. Мы с фонаря взяли, бухнули эту цену 25 тысяч. И вот пошли бегать этот тренинг за 25 тысяч продавать. Нужно грамотно оценивать себя, свои возможности, тот контент, который ты даешь. И самое главное, тех людей, которых ты обучаешь. И как-то соотносить эти цены с реальностью. Потому что если бы тренинги стоили 25 тысяч, то кто бы мог научиться инфобизнесу, я не знаю. Ну и раз мне в свое время сделали такой шикарный подарок и обучали меня всего лишь за 3-400, то я думаю, что я в состоянии тоже делать такие же подарки. И вот именно вот эти знания, вот эти, которые вы получите на тренинге «Формула инфобизнеса», они позволят вам зарабатывать от 1000 рублей ежемесячно, не выходя из дома. То есть эти знания, они, так скажем, глобальные. Это все, что пригодится вам в итоге на каждом из ваших шагов.
То есть вот шаг один, я новичок, да, мне эти знания пригодились. Шаг два, я уже кое-что понимаю, да, и иду дальше. Эти знания мне опять пригодились, потому что в комплект входят, ну, во-первых, конечно, все ссылки на все ресурсы, которые нужны, когда мы пользуемся интернетом. Мы не все их знаем, и эти ссылки, вот, например, свои ресурсы я собирала 2 года. Плюс к этому в комплект входят все скрипты. То есть нет такого, что я рассказываю, как устанавливать поп-ап, как получать с помощью него трафик, да, и при этом вам говорю, вы идите купите поп-ап где-нибудь в другом месте, я вам его не дам. Нет, если я рассказываю о каком-то методе трафика, если я рассказываю о том, какие скрипты должны стоять на вашей странице захвата, чтобы она действительно кого-то захватила, значит, я обязательно даю эти скрипты. То есть, понятно, да? Идем дальше. Ну, по поводу времени я могу сказать, Анна, так. В свое время, я когда начинала год, я работала. То есть я училась здесь и работала. Да, были ночи, когда я не досыпала. Но зато сейчас я могу спать хоть сутками напролет. Но это я, конечно, грубо говорю. То есть каждый момент жизни вы стоите перед определенным выбором. Понятно, что если бы тогда, вот 2,5, вот давайте просто как бы время пролистаем. Например, я сейчас прослушала вебинар Тараса и говорю, нет, это дорого. Нет, у меня нет времени, я же еще работаю. Я работала тогда 10 часов, нет, 12. Я работала 3 дня, 3 дня отдыхала. То есть получалось 3 дня на работе, 3 дня дома. Но тоже не всегда, потому что приходилось брать подработки. И я бы тогда решила, нет, это дорого, и у меня нет времени, я не пойду, я подыщу себе что-нибудь другое. И чем бы я занималась сейчас? Ну, скорее всего, я бы также ходила на работу. То есть, пройдя тот тренинг, он дал мне заделье на всю мою последующую деятельность в интернет. Хотя бы даже то, что я, во-первых, увидела и поняла, и вдохновилась идеей, я поняла, что можно зарабатывать, и сейчас мы с Тарасом дружим, обмениваемся базами, проводим совместные мероприятия, и на этом тренинге я нашла очень много друзей, с которыми в итоге мы дальше ведем свой бизнес. А это очень-очень важно. Если вы в интернете не завели себе партнера, то ваш бизнес идти будет ни шатка, ни валка. Партнеры обязательно должны быть. Когда вы принимаете участие, когда вы приняли решение зарабатывать в интернет. А партнеров мы находим только на таких тренингах. Больше мы их найти нигде не можем. Вы не можете с бухты-барахты написать какому-то интернет-предпринимателю и сказать, а давай базами поменяемся. То есть это делается только через неформальное общение, так скажем. Дальше, так, Галина задала вопрос. Да, конечно, Галина, то есть вы можете заказывать курс и оплачивать его тогда, когда сочтете нужным, то есть до начала курса. Старт тренинга 16 июня и по 5 июля включительно. Ну и, конечно, хорошо то, что все записи останутся у вас. А это я сейчас говорю на подстраховку тем, кто совсем новичок и боится, что не будет успевать. Все записи, все ссылки, все ресурсы, которые вы получите в итоге этого прохождения этого тренинга, все это останется у вас. А Наталья, так, Виктор задал вопрос, я сейчас отвечу. Это не рублей, я там написала $1000 в месяц. И написала я там, потому что, когда человек только что приходит, вы должны это правильно понимать. Ничего не бывает. Вот я пришел на тренинг, и через 2 недели я уже 200 тысяч в месяц зарабатываю. Нет, такого не бывает и не будет никогда. Для того, чтобы что-то получить, надо поработать. У меня все еще есть вера в честный труд. Я не видела ни разу в жизни перед собой кнопки «бабло». А если я сейчас зарабатываю эти деньги, о которых говорила, это только благодаря тому, что я очень много работала. И новички, когда после прохождения тренинга, как можно гарантировать 200 тысяч? Нет, такого просто не бывает. Единственная гарантия может быть это $1000, это максимум.
при условии выполнения всех пунктов. То есть все, что сказано, люди идут и делают. Ну, Наталья, значит, не судьба, если вы уезжаете. То есть тут нужно присутствовать. Вебинары будут проходить вечером в 19 или в 20 часов по Москве. И все это мы решим, опять-таки, 16 июня вечером. То есть состоится первый вебинар, на котором большинство в группе скажет, в какое время им удобно. Это 18, 19, 20 часов по Москве. Да, Наталья, хотелось бы, конечно, пройти онлайн. Да, ясно, то есть все по шагам. А что такое апгрейд? Снова слово знакомое. Что такое, не знаю. Я уже говорила, что я не англичанка, а окончательно и бесповоротно. Не понимаю английских слов. Упорство, и нельзя пройти 10-й шаг, не пройдя 9 первых. Это должны помнить даже те, у кого сейчас что-то не получается. Потому что если у вас сейчас что-то не получается, значит, вы с предыдущего шага не усвоили информацию. Только и всего. Когда усвоите, тогда подниметесь на следующий уровень. Ну и бонусы, которые, я думаю, вы на страничке уже посмотрели. Бонус номер один – это комплект шаблонов страниц захвата, продающей графики. А бонус номер два – это шаблоны писем для e-mail рассылки. Она должна открываться, Наталья, она не скачивается. А бонус номер три – это видеозапись закрытого вебинара «Секретные фишки YouTube» или «Как стать интернет-звездой». Этот вебинар расскажет вам по шагам, как нужно оформить свой YouTube-канал, чтобы получать оттуда подписчиков. Видеозапись закрытого тренинга «Как бесплатно получать мощный поток клиентов и партнеров из социальных сетей». И бесплатная часовая консультация в Skype. И вот эти два последних, они предусмотрены для VIP-разделки. VIP-раздела. Смотрите, ссылка, она не должна скачиваться. Вот я сейчас ее бросаю в чат, а вы просто ткните на нее мышкой. И она у вас откроется в новом окошке, и все. Переходим к следующему слайду. Смотрите, на этом тренинге формула инфобизнеса. То есть я буду рассказывать там именно о моей модели, что я делаю в интернет для того, чтобы получать такие деньги. И в ней примут участие только 20 человек. Почему так мало? Потому что это на самом деле, во-первых, закрытая информация только для избранных. И во-вторых, я написала на странице, что каждому участнику, если он того захочет, я уделю свое личное внимание. Да? И больше, чем на 20 человек, очень проблематично разделить внимание. То есть понятно, что многие из вас работают, те, кто примет участие в тренинге, еще ходят на работу, да, и вы свободны только в вечерние часы. И так большинство из вас. Поэтому только 20 человек. Тренинг будет проходить с 16 июня по 5 июля включительно. Состоится первый вебинар, там мы решаем время.